Взаимодействие Казахстана и России является эталоном межгосударственных связей, служит ярким образцом дружбы и сотрудничества. Считаю, что моя деятельность в качестве президента начинается в так называемую «золотую эпоху казахстанско-российского сотрудничества». Я буду продолжать стратегический курс по укреплению всестороннего диалога между нашими государствами, обеспечивая соответствующую преемственность. Подтверждением этому являются принимаемые нами сегодня совместные заявления президентов, где отражены все наши ключевые достижения и дальнейшие горизонты сотрудничества. Уважаемые коллеги, мы сегодня с президентом Владимиром Владимировичем Путиным провели очень обстоятельные, содержательные переговоры. Особое внимание было уделено теме промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества.